Туапсе 19 февраля состоялась инаугурация нового главы города. Им стал Владимир Зверев. Руководителя выбрали депутаты тайным голосованием на сессии городского совета. Владимир Зверев уже был мэром Туапсе с мая 2008 по июнь 2009 года. Затем работал в руководстве федерального государственного учреждения, дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов Российской Федерации, управления по делам президента Российской Федерации. После заместителем генерального директора по маркетингу фирмы «Регион Монтаж Спецстрой». Торжественную клятву избранный мэр произносил перед депутатами Законодательного собрания Краснодарского края, главой Туапсинского района, руководителями муниципальных образований и жителями города. Первые шаги, которые мы будем делать, это то, что мы обещали людям при подготовке к этому мероприятию. Это первые вопросы, он звучал здесь, это газификация города Туапсе, благоустройство, комфортное создание условий для населения нашего города, для любимого города Туапсе. Ну, дальше будем смотреть по мере значимости проблем, которые у нас будут. Этим мне еще, конечно, предстоит вникнуть поглубже.